Коллеги, всем привет! Коллеги, всем привет! Коллеги, вы знаете, я тут в очередной раз с вами хочу дискутировать на тему наших любимых с вами клиентов. А конкретно хочу подискутировать на тему, как часто, замечаете ли вы, что мужчины в нашей стране не так часто укладывают волосы? Да и вообще, наверное, вот мужчины укладывают у нас волосы или нет? Вот хочу поговорить вот на тему вот укладки, наверное, даже, наверное, все, давайте, блин, перефразирую опять все, что вышесказано. А укладка мужская, мужские укладки, там, уход мужчин за собой, за волосами, там, за бородой и так далее. Вот хочу тут вот обсудить эту тему. Значит, что меня вот вдохновило на эту тему, да, ну вот, казалось бы, вот сейчас еду, смотрю, вот как идут наши мужики и что у них на головах, какие стрижки, это отдельная тема для разговора, а вот что, как они укладывают свои волосы, это как раз-таки сегодняшняя тема. Вот даже вот сейчас вот идет человек, у него вот так стоит макушка, видать, застригли ее, либо он просто не причесал ее, но в целом нормально. Другой парень, вот смотрю, да, волосы, конечно, немножечко торчат. Вот, пожалуйста, два чека. Вот едет парень на скейте, вот, вроде ухоженная голова. То есть, вот, пожалуйста, три человека прошли, да, и совершенно разные. Вот буквально вот, только что, да, вот видим. И вы знаете, вот таких вот большинство людей, которые, даже не людей, а вот мужчин, которые, к сожалению, почему-то по какой-то причине не хотят укладывать свои волосы. Либо, мне кажется, коллеги, это наша с вами вина, что мы не так часто нашим клиентам, мужчинам, да, показываем, рассказываем, как нужно правильно ухаживать за своими волосами. Вот это, мне кажется, проблема, и даже не то, что это проблема, это, наверное, вина вот нас с вами. Вот вы часто своим клиентам, мужчинам, рассказываете, как нужно укладывать свои волосы, и как часто ваши вот эти клиенты, которым вы рассказываете, укладывают свои волосы? Вот вы никогда не замечали этого, вот вообще укладывают они или нет? Вот напишите мне в комментариях, укладывают ли ваши клиенты мужчины волосы после того, как вы им объяснили, как нужно укладывать волосы после стрижки. Вот. Я наблюдаю такую картину, что у меня очень мало реально кто укладывает волосы, мало кто укладывает их с какими-то специальными восками или какими-то дополнительными средствами, то есть средствами. У меня, вот, к сожалению, таких мало. В основном это молодежь, которая вот, ну, как-то пытается быть в тренде, как-то пытается укладывать. А вот, наверное, все-таки еще тоже, кстати, момент, благодаря вот барбершопам, которые сейчас у нас есть в городе, я думаю, что, ну, у всех они есть в городе, вот благодаря вот этой культуре мужики хоть как-то, ну, за собой начали следить. Вот в той же самой Турции, в той же самой Италии мужики просто красавчики, они круто выглядят, они у них классные укладки, там у них, они, я просто вот вижу, там вот общаюсь с итальяшками, и я вижу, как они ухаживают за своей внешностью. Я даже вот хожу в одно кафе в Петербурге, которое владеют итальянцы. У них реально, коллеги, слушайте, у них они, ну, на работу приходят с укладкой, они реально ухоженные, у них реально на волосах офигенная укладка. Вот почему наши мужики вот за собой вот так не следят, вот, слушайте, целая прям проблема. Вот напишите, что вы думаете по поводу всего вот этого, вот очень хочу услышать ваше мнение. Ну, по мне, ну, это вот все-таки вина парикмахеров, потому что мы с вами вот не говорим им. Хотя я вот стараюсь, может быть, я плохо стараюсь, я не знаю. Вот. Не все, к сожалению, парикмахеры говорят о том, как нужно правильно ухаживать за стрижкой
И, наверное, отсюда порождает вот эту вот систему, что наши мужики ходят, и у них не пойми, что на голове. И даже зачастую, вы знаете, я вот слышу такое от наших клиентов, ну, женщин, да, которые там, вот у меня муж, у него не пойми, что на голове, там как-то что-то не так он укладывает, что-то не так вот делает и так далее, у него какой-то кипиш. Вот мне даже зачастую кажется, что, возможно, даже тот парикмахер, который стриг этого мужчину, он просто-напросто ему не объяснил, как нужно укладывать волосы. Я, например, вот честно, даже вот если ко мне приходит какой-то вот такой ежик, я всегда говорю, вот у меня есть один такой ежик, я ему говорю, Саш, говорю, ты когда приходишь домой, как ты голову укладываешь? Он говорит, да никак, просто полотенцем. Я говорю, слушай, вот в этом ошибка, говорю, старайся все-таки хотя бы волосы сушить феном. Волосы будут более лучше лежать, будут более лучше лежать по форме, правильно скажем так, вот, и у тебя ничего никогда не будет торчать, даже когда ты у тебя стрижка отрастает, на что он всегда долго-долго этому сопротивлялся, и в один прекрасный момент он сказал, блин, Каждан, я начал сушить волосы, и ты знаешь, говорит, даже, говорит, я, говорит, заметил, что я даже стал дольше ходить со стрижкой, я, говорит, так вот, видишь, говорю, казалось бы, просто вот нужно зачастую правильно укладывать волосы, вот, и вот это, коллеги, вот по мне так вот целая проблема, надо прививать нашим мужчинам все-таки культуру укладки волос, чтобы никто не думал, что это как-то, знаете, нетрадиционно, как-то, знаете, кто-то может быть подумает, типа я там помою голову, уложусь, и обо мне что-то кто-то подумает, что я какой-то не той ориентации. Нет, все той ориентации, просто надо за собой следить, надо, чтобы и женщины следили, и мужчины следили. Но вот мужчины – это отдельная каста, которая вот, к сожалению, почему-то, ну, не хотят они укладывать свои волосы. Вот по какой причине, я вот, конечно, не знаю. Поэтому пишите свои мнения, что вы думаете, по какой причине мужики не так за собой следят, с чем это связано. Высказывайте свое мнение в комментариях, мне будет очень приятно выслушать ваше мнение. Вот, я уже пошел на работу, побежал уже время, практически опаздываю. Вот, подпишитесь на этот канал, если вы не подписаны на него, мне будет очень приятно, что вас становится все больше и больше. Обязательно поддержите это видео лайком или дизлайком, и обязательно, коллеги, пишите свое мнение. Я всегда прошу вас писать ваше мнение для того, чтобы слышать вот ваше мнение, чтобы я понимал вообще также, в каком направлении двигаться. Я всегда рад подискутировать с вами в комментариях, поэтому я отвечаю тоже всегда сам. У меня нету никаких там, знаете, обученных людей, которые там за меня что-то там пишут. Поэтому пишите, буду рад с вами подискутировать. С вами был Дмитрий Каждан. Я желаю всем только точных стрижек, и чтобы ваши клиенты всегда так же ухаживали за своей головой. Так же, как и я. Ха-ха. Все, давайте, до новых встреч, пока-пока.